Всем привет! Вы на канале Покашеварим, и это жертва маркетинга. Я не знаю, как вам объяснить то, что сейчас будет происходить. Вроде кулинарный блогер что-то готовит, какую-то вкусную еду снимает. И дошики! Какого хрена обзор на дошики? Блин! Короче, я готовил дошики, да, разные варианты. У меня болоньеза есть, карбонара есть. Ну, дошик, ролл, это не имеет значения. Бич-пакеты. Короче, и всегда у меня дошик ассоциируется с лапшой. Я, возможно, очень устаревший чувак. Но я не знал, что доширак делает пюрехи. Как обычно, я иду по пятерочке, а где еще, кроме пятерочки, затариваться дошиками? И раз, пюреха, дошик. Я набрал тут, причем разные, смотри, какие-то штуки. Вот такие коробки лежали. Какая-то такая вот, судя по всему, прям лухари, потому что тут еще какой-то соус сверху. В общем, давай мы это все посмотрим. Я уважаю бич-пакеты, но, честно, как бы лапшичка ок, но пюре, что это может быть? В этот же чудесный день в пятерочке я купил, значит, бульмени купил, кстати, попробовать, никогда не пробовал. Шейкеремит, чудо-детский творожок. Дош.пюре, картофельное.со, вк.мясо. 29 рублей. Вот это, судя по всему, штука стоит по 29 рублей. А, по 25.49. Со вкусом всякой тушенки. И вот это по 35. Сколько же стоит люкс, ребята? Вот это 52 грамма стоит 35, а вот эти по 34, ну тоже по 35 рублей, короче. Вот эти самые дешманские, вот эти вот подороже стоят. Короче, если вы устали от дошиков и хотите нормальной еды, то дальше для вас крайне полезная информация. Компания «Партия еды» решит все ваши проблемы с хорошим правильным питанием. Потому что вы получите вот такую коробочку, в которой, знаете, что будет? В которой будет все для того, чтобы хорошо готовить. У меня, кстати, на канале есть на них обзор, так что, если хотите, можете посмотреть, как это все устроено. Заказывая «Партия еды», вы получаете сразу же вот такие готовые пакеты с продуктами, из которых вы сможете приготовить еду, которую вы выбрали. Вы получаете вот такие вот рецепты, где все подробно расписано. Новогоднее меню, это отдельно поговорим. А вот это что-то новенькое. Черные перчатки, раньше их не было, молодцы, классно сделали. Получаете вот подробный рецепт, который вы можете приготовить у себя на кухне абсолютно без каких-либо проблем. Даже фольгу прикладывают. Карбонара с томатным спагетти, телятиной и беконом. Телячья вырезка с овощным миксом. Звучит, конечно, отлично. Вот, например, ужин с морепродуктами. Это ужин номер один. В пакете будут все необходимые продукты для того, чтобы это приготовить. И даже чернила каракатицы. Все, что должно быть охлаждено, все в пакете с охлажденкой. Сыры, мясо, фарши, все, что нужно, все здесь. Скоро Новый год. Я вам отвечаю, это чертовски актуальная штука. «Партия еды» сделали новогоднее меню, которое решит все ваши проблемы. Чтобы больше провести времени с близкими, а не в поездках по магазинам, вы можете просто зайти в новогоднее меню «Партия еды» и выбрать, с чем вы хотите себе меню. Например, с уткой, например, со свининой, например, с говядиной, с рыбой, да? Или что-то там скорректировать непосредственно под себя, десерты добавить и так далее. Вот, например, меню с говядиной. На 4-5 человек рассчитано. Потребуется 2 часа для приготовления. Класс? Класс! То есть за 5500 вы решаете все свои проблемы. Не надо стоять в пробках, не надо стоять в очередях, не надо думать про меню. И все, и потратить всего 2 часа на нарезанные продукты, пожалуйста, готовь и радуйся. «Партия еды» спасет вас от новогоднего безумия, ссылка будет в описании. До 17 декабря скидка 10%, пользуйтесь, экономьте ваше время и силы, серьезно, проведите их, это время с пользой, будет гораздо лучше. Ссылка в описании, «Партия еды». Ну а мы возвращаемся к бич-пакетам. Итак, доширак, рак, доширак. Кстати, Дим, по-моему, у нас где-то по дороге, да, вот мы на дачу, когда если ехать по Рязанке, там же завод этот, Коя или что? Да, правильно. Дошик, такой, блин. В поле, знаешь, такое, перекати поле вокруг, такие, короче, туман и завод дошек. Реально, как в фильмах ужасов. И вот Дима, кстати, точно заметил, что что-то поменялось с брендом. Дима говорит, какой-то он неузнаваемый стал. Они по-русски стали писать. Раньше доширак было написано, по-моему, английскими. Не, Диман? Не помню. Чикен, биф. Ну, что-то изменилось, да, и он стал...
какой-то другой, в общем. Так, ладно, что у нас с составом? Ну, я, то есть, ну, это будет странно, если я... Картофельные хлопья. Вот есть даже такое. Продукт комплексный жировой, жир растительный, лактоза, молочный белок, соль йодированная, сахар белый, усилитель вкуса, глутамат Е621, ароматизатор вареная курица, петрушка и прочее. Ну так странно надеяться на то, что здесь будет действительно там биф, грубо говоря, да? Говядина, например, или курица. Да, ароматизатор копченая говядина вот здесь. В этой дорогущей штуке, которая стоит 35 рублей, тут что? Ароматизатор жареная говядина. Вот, кстати, смотри, копченый и жареный. Отличаются вкусы. Ну, состав адский, как обычно. Ничего нового, состав адский. Ароматизатор сыр, сырный порошок, куркума. О, куркума даже есть. Комплексная пищевая добавка, в кавычках, печеный картофель. Веселуха, изготовитель доширак Российской Федерации, Раменский район. Да, вот действительно, любимый вкус. Так, как эти штуки заваривать вообще? Залейте кипятком. Эти, видимо, также, да. Я надеюсь, что это все заваривается тупо, как и лапша. Тоже залейте кипятком до метки. А здесь до нижнего ободка. Короче, до метки, до нижнего ободка и пол чашки. Выполняем указания дошика. Так, ребята, просто анбоксинг, ё-моё, 100 лет доширак не ел, особенно пюре вообще никогда не ел. Как тут открыть? А, вот где открывается. О, смотри, оп, давай. Вот, ребята, что такое доширак. Видите, да, просто вот эта вот сухая разведёночка. Так, а здесь доширак с какими-то сухариками. То есть там еще, смотри, сухарики видно, квадратные, да? Что с этим люксом делать? Смотри, соус. 5 граммов соуса. И он там жидкий, судя по всему. То есть это не такая вот сыпучая штука, как в лапше. Ну, то же самое. То есть приблизительно все одно и то же в этих пюрехах. Зачем делать такие разные плошки? Не очень понятно. Когда содержимое плюс-минус одно и то же у них везде. Ну, вообще одно и то же. За редким исключением. А, ну вот здесь вот есть вот эти маленькие какашечные кусочки говядины. Так, что с этим соусом-то делать все-таки? Сразу его заливать-то или нет? Так, оп, половина. До меточки. И вот здесь вот тоже до меточки. Оп. И вот здесь. Хватит нам. Отлично. Смотри, сколько нам еды досталось. В инструкции написано, что это надо тщательно перемешать. Это уже заварилось почти. Жижа. Вот здесь написано, накройте крышкой. Но вот в этих не было крышек. То есть крышка была вот здесь вот. Вот, пожалуйста. Вот она крышка. Здесь крышек не было и здесь не было крышек. Чем накрывать? Давай вот так вот сделаем. Лайфхаки, блин. И вот так вот. И сверху будет еще вот такой вот. Пускай пропаривается там внутри. Блин. Ну, слушай, ну они вообще ничем не отличаются. Вот эта вот побледнее только штука, смотри. Ну, туда надо добавить соус, и, видимо, будет примерно так же. По горчичке, да? Соус, видишь, на основе масла сразу начинает таять. Нет, цвет особо не поменялся, все равно... Как был бледненький, так и остался. Давайте начнем. Вот премиум. Тут я не зря обратил внимание. Действительно, люкс. Прям тут значок премиум. Вообще, упаковка такая, что... Блин, капец, смотри, там говядина, все. Вот это вот то, что... Я всегда говорю, вот нечестно. Ну, нечестно так это все рисовать, блин. Вы мне 10 раз можете сказать, что это вариант сервировки блюда, и что здесь об этом написано. Да, это действительно так... Блин, это все-таки введение в заблуждение. Ничего себе, с 87-го года они работают. Мне 5 лет было, а доширак уже существовал. Соус говяжий с овощами. Вы видели этот говяжий соус? Он желтого цвета. Что там от говядины-то непонятно. Еще больше грена. Качество гарантировано. Домашний вкус за 5 минут. Напишите в комментах вот ваше отношение к бич-пакетам. Для меня доширак, знаешь, ну это реально деликатес.
Вот, как ни странно, говядина вагю и доширак примерно на одном уровне. Потому что вот я в своей жизни, несколько раз в жизни, что вагю пробовал, что доширак, понимаешь? Иногда просто очень хочется сходить в магазин и просто купить себе лапшички. Доширак, роллтона, что там еще есть? Всякого вот такого. Ну, серьезно, там за 30 рублей поесть вот этой химозы. А химоза адская просто. Ну, давай попробуем вот этот вот люкс. Я сейчас попробую там прям с сухариками, что там. Запах годный. Классические шарики, ребята. Те же самые шарики, которые вы пробуете в красном дошике. И даже попадается сухарик, который, ну, естественно, что там, сухарик, он размокший уже, разбухший. Ну, это дошик. Я снимаю обзор на дошик, кошмар просто. Так, ладно, у нас здесь два еще дошика, вот мне еще с сыром интересно попробовать, как, каков там ароматизатор-то. Что касается вот этой штуки, ну, дошик, че. Так, давай вот эти две баночки попробуем, они подешевле, 40 граммов. Здесь 52 грамма, ну, имеется в виду порошка, да, вот этого. Слушай, ну, не знаю, что сказать про вкус, это просто доширак, то есть это, блин, это не пюре домашнее. Я не вижу для себя сложности приготовить домашнюю пюреху. Вот вообще никаких сложностей. Куриный вообще невкусный. Блин. Так, вот это вот со вкусом говядины. Ой, сухарики. Очень отличается, кстати, вкус вот этих двух штук. Я не знаю, может быть, из-за соуса, но вот это вот гораздо вкуснее. Вот серьезно, то есть этот вот прям вкусный, скорее, даже так бы сказал. Я знаю, что это просто вообще не мне говорить. Я должен готовить своими поварешками свою домашнюю пюрешку. Но я исключительно по вкусу, я отдаю себе отчет, что это просто таблица Менделеева адская и клейстер, а не пюре. Тем не менее, по вкусу, вот этот вкусный, а этот, ну, так себе, честно. Хотя цвет более аппетитный вот этой пюрехи. Первый раз ем вот такую пюрешку, серьезно, бичевую. Это странно, блин, короче, не знаю. И вот у нас еще две штуки. Я снял упаковки, и теперь понять, что там где, невозможно, потому что они одинаковые. Я подозреваю, что они мало чем отличаются вот от этих. Сейчас смотри, здесь какие-то кусочки, это бекон, что ли, не пойму. Или это жареный лучок. То есть вот она когда подостывает, да, консистенция становится похожей на пюре домашнее. Но это сырная, короче, это вот та сырная штука. Запах как у Принглс какого-нибудь. Сырная пюрешка. Блин, вкус, я не знаю, как это объяснить, то есть, ну, хрен его знает. Сырное, вкусное. И вот это, по-моему, тоже говяжье, да, у нас было. Дим, не помнишь, вот это с чем была штука? А, ну, говядина, блин. Как можно не узнать красный дошик по запаху, а? Ну, короче, то же самое, вот, ничем не отличается. По цене они, тем более, по-моему, похожи. В общем, ребята, это странно, но я должен был попробовать. Я, честно говоря, вообще думал, снимать, не снимать этот обзор. Я купил чисто попробовать, потому что никогда не ел. Слыхали? Греночка-то, а? Похрустела. Она была залита кипятком. Учитесь доставки, как довозить в салате «Цезарь» гренки. Вон, у Дошика спросите. В Раменский район сгоняйте, будет вам хрустить еще. Если честно, вот переплюнуть лапшичку ни у какой пюрехи не получится. Серьезно. Вот не получится, и все, и точка. Красный дошик – это топчик. Зеленый дошик – это топчик номер два. И так далее. Все остальные дошики, в принципе, вот имеется в виду лапша, она клевая. Роллтон тоже классный, я его... Ну, пробовал, кстати, роллтон тоже. Но в основном что-то как-то все равно берут дошик, если беру. Упаковки, что ли, удобнее, может, не знаю. По вкусу ничего, то есть вот если выбирать, то сырное вот в такой упаковке, у нее химический сырный вкус, как у каких-нибудь чипсов. Или сухариков, там, ёшки, как это, матрешки, сухарики всякие. Вот эта баночка, которая премиум за 35 целых рублей, она вообще годная. То есть вот из всех, вот, что я попробовал,
Вот это, пожалуй, самое годное. И по вкусу, и по ощущениям в целом, то есть там что-то даже жуется, какие-то кусочки, опять-таки, те же гренки, видимо, попадаются. То есть это вкусно. Но покупать бы себе пюреху я бы не стал еще, честно. Вот если хочется дошика, лучше тупо лапши, все. Или ролтона. Тупо лапши. Пюреха что-то не зашла. Но вкусно. Конечно, эти вкусы делаются для того, чтобы вот вам понравилось. Чтобы вам хотелось. Вот именно поэтому вот эти вот адски концентрированные пакетики со специями, там, с глутаматом натрия. Он рассчитан на то, что этот маленький адски концентрированный пакетик будет вам сниться. Понимаешь? И он реально иногда снится, вот, потому что иногда хочется этой химозы. По крайней мере, вот у меня такое. Я не знаю, во всем мире это существует, у нас это тоже существует, пользуется популярностью. Пускай пользуется, ну как-то вот вдали от меня, если честно. Пюреха не зашла, но если, то вот. Если из всех, то это норм. Вот такой вот странный обзор на канале «Пока шеварим». Ребятушки, девчатушки, Тимур Сидельников, привет тебе, король доширака. Вот, все. Мне больше сказать нечего. Лучше сами готовьте, серьезно. Готовьте сами. Все, ребята. Или с помощью партии еды, например, да? Ссылочки в описании. Но иногда, сука, хочется. Диман, ты ел пюре когда-нибудь? Ну, в смысле, сам готовил? Не, вот эти вот, бичевые. Запах похож на печенье, крекер. Вот этот, о, тук крекер сырный, это вот от сырного, точняк. Вот одну и ту же фигню они сыпят.